День рождения у Марины отмечали в Тёрке мы. 18 июня день рождения дочери. Ясная погода, лето, к Тёрке мы тогда пришли. Все по-летнему одеты, охуели от жары. Мы за дальний столик сели, как бы в самый уголок. Выпивали, да и ели, что послал на стол нам Бог. На закуску у нас было рыба, мясо да икра. Овощи да куры с грилем, всякая еще херня. Лососевую икорку мы с собою принесли. И под русскую мы водку пили, ели как могли. Наша милая дочурка объедалась вкусным всем. А потом мой друг Серега погулять с ней захотел. Мы вдвоем с женой остались, выпили еще вина. Все тогда мы обожрались в этой терочке сполна. Сквозь витрину нам Марина рожу корчила в стекло. Весело тогда ей было, лето, солнце и тепло. За столом сидели, ржали, Серый с доченькой пришли. Что чего вообще не ждали, охранник с бабой подошли. Нас спросили, почему так красную икру мы жрем? Им, уродам, не до шуток, почему мы жрем-то пьем? Оказалось, у них в Тёрке красной нет вообще икры. А мы, дескать, самовольно деликатесы принесли. Дама та, администратор, что к столу к нам подошла, она просто лихата нас глазами сожрала. Просто завидно всем стало за столами у других. У них хлеб, картошка с салом, выпечка из блюд мучных. Красную у нас икорку увидали на столе. Стало им от нас неловко, заложили, суки, все. День рождения Марины нам испортили в тот раз. Но мы вовсе не тужили, пусть в натуре знают нас. Для Мариночки я сделал, для дочурочки одной. В Тёрке славно посидели с красною тогда икрой. Тех, что зависть обуяла, предлагаю просто им. В следующий раз без скандала приходите со своим. Все хотят по-европейски в общепите жрать сполна. На столах в кафе в Дзержинске, чтоб и корочка была. Те, что зависть обуяла, предлагаю просто им. В следующий раз без скандала приходите со своим. Все хотят по-европейски в общепите жрать сполна. На столах в кафе в Дзержинске, чтоб и корочка была. На столах в кафе в Дзержинске, чтоб и корочка была. Не красная, а черная и так далее, заморская всякая была. Да-да, 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 да-да.